С каждым годом в городе растет количество машин, и те дороги, которые были построены десятилетия назад, уже не отвечают новым требованиям. Строить новые транспортные развязки каждый год нет возможности. В рамках выделенного финансирования администрация старается применять меры, чтобы снизить аварийность на дорогах. Ряд мероприятий запланирован и на этот год. В целях снижения аварийности на опасных участках дороги в 2021 году планируется на следующее мероприятие: на перекрестке улица Московская, улица Гоголя, улица Березовая — устройство искусственной неровности. Ну, это история с разгоном в направлении Нижегородской для того, чтобы снижать скоростной режим. Также планируют установить искусственные неровности на улице Балыковской, запретить поворот налево при выезде с прилегающей территории возле торгового центра «Атом» на Силкина. На перекрестке Музрукова-Зернова хотят реконструировать существующий светофор, чтобы можно было свободно повернуть налево с Московской на Зернова. Также в плановом порядке заменять знаки на новые с повышенными светоотражающими свойствами. На опасных пешеходных переходах появятся светофоры. В пешеходном переходе у проспекта Музрукова, переходе к стадиону, планируется установка светофорного объекта с кнопочным режимом перехода. У перекрестка строителя Захарова, улица Давиденко, планируется установка искусственной неровности для того, чтобы снижать скоростной режим и перед пешеходным переходом, тем самым снизить возможность аварийности выезда транспортных средств со стороны Давиденко на улицу строителя Захарова. На этом участке, кстати, за календарный год произошло 3 столкновения. Место признали новым очагом аварийности. Также планируется поставить кнопочный светофор на улице Зернова на переходе возле парка. Финансирование ограничено, поэтому в первую очередь обращать внимание на магистральные улицы, где происходит больше всего аварий. У нас много мест, где требуется установка дополнительных светофорных объектов с кнопкой, там на улице Силкина, на той же, и масса других. У нас есть 4-полосные дороги, где на сегодня пока нерегулируемые пешеходные переходы. А, естественно, на всех этих участках надо ставить регулируемые. Это дополнительные средства, причем это опасные участки, в первую очередь опасные. Поэтому я бы все-таки концентрировался на этих вещах, в первую очередь закрыть эти моменты. Впрочем, состояние дорожного полотна оставляет желать лучшего. Все мы помним колеи зимой, когда трудно заехать во двор. Сейчас им на смену пришли ямы. В прошлом году эти выбоины на дорогах стали латать еще в феврале. И 34 ДТП у нас зарегистрировано при наличии сопутствующих неудовлетворительных дорожных условий. Я не говорю, что 34 ДТП чисто по вине дорожников, нет. Но сопутствующие нарушения в содержании УДС были выявлены при осмотре места происшествия. В целом аварийность в Сарове ниже, чем в среднем по области. Ее оценивают по двум критериям. Первый – это социальный риск. Количество погибших на 100 тысяч населения. И транспортный. Количество ДТП на 100 тысяч зарегистрированных транспортных средств. Социальный риск в Сарове – 4,2 погибших на 100 тысяч населения. В регионе это 12,6. Транспортный риск – 1 для Сарова и 2,9 для Нижегородской области. Но у таких хороших показателей есть и обратная сторона. С 2015 года сотрудникам ГИБДД запрещено использовать скорости меры, чтобы фиксировать превышение. Делать это нужно с помощью автоматических камер, которые стоят на дорогах. Мы не можем заставить тех в Центр безопасности дорожного движения Нижегородской области прийти к нам в Саров и работать на наших дорогах. Это тоже, как бы, вот, видите, отрицательная сторона цифры. Как хочу добавить, что все средства автоматической фото- и видеофиксации, которые в настоящее время устанавливает Центр безопасности дорожного движения, устанавливаются по приоритету аварийности. И с учетом, конечно, наших цифр, нам очень трудно отягаться с областью. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.